I can't give up now. You know there's more out there. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. Мы с вами продолжаем. Так, ну давайте следовать эту долину и готовиться к войне. Строится. Петушара бегает тут. Мне нужны еще дрова. Большинство бревен ушло в починку сторожевых башен. Придется обойтись тем, что есть. Там что-то интересное же. Мне нужны еще дрова. Еще одна тяжелая для моего народа зима. Умирает больше, чем рождается. И чем дальше, тем беспокойнее становится молодежь. Так, прикольно кузница. Узкие наконечники делать быстрее, чем широкие. Так что делаем. Вы что, со стрелами собираетесь воевать с ними? Чего, у вас огнестрела нету? Яков сказал, что они придут. Мы так и не отправились от красных. А теперь еще ты. Хочешь, чтобы все рухнуло, когда поднимется ветер? Главное, смотри в оба. Они могут нагрянуть в любой момент. Воды тут. Лара, прости, если Софья была не слишком приветлива. Ничего. Хорошо, что ты вступился за меня. Мои люди десятки лет сражались с чужаками. Привычки не изменишь в одночасье. Помоги нам с приготовлениями. Труд на общее благо – отличный способ завоевать доверие. Посмотрим, что я смогу сделать. Ну да, завоевать доверие не так уж и просто. Так, затвор. Ты не можешь открыть? Вышки, вышки. Ладно, зацепись. Ты же не убьешься же. Интересно, у них тут гробницы есть? Вроде на карте пещеры были. Вот пещерка есть. Тут лагерь есть. О, гробница есть. Блин, надо гробницу срочно. Скоро сюда нагрянет троица. Они пришли, надо срочно гробницу зачистить. Найти туда проход сначала. Что, гейзер, что ли? Горячие источники есть. Так, тут только можно спуститься. Как нам туда забраться? Блин, ну можно же было зацепить он там. Улетел. Ну, а там можно перебраться так, значит. Ладно, Лара, слазь тогда. Блин, этот больше нам не попадался, продавец-то местный тут, блин.
если вернуться назад на базу с помощью костра, купить у него там что-нибудь под стол, там что-нибудь интересненькое. Это я без записи это сделаю. Ух ты, блин, это был прыжок. Советский. Отлично. Больше вкусняшек появилось на картах. Сколько тут тайников-то, а? Заныкали. Ну, ладно. Так, сюда залазь. Первым делом это гробница. А остальное... Да вы что вообще офигели? Никого там сажали что-то. Так шустро. Обжал. Шафт позорный. Потроха вас. Давайте искать тут заначки, проходы, лазейки. Вот здесь не место. Блин, пока все пусто. Вообще ничего нету, ни монетки, ни сундуков. О, отлично. Пролазь. Вдруг не зацепись. Там внизу, наверное, что-то есть. Ну, естественно. Болото здесь. Поразительно. Это архитектура до православной эпохи. Да просто охеренно. Что же они здесь делали? Золотая ременная пряжка. Декоративная, но крепкая и практичная. Блин, все золото. Часть военной формы. Костюм. Я верил в свою жену заботам этих врачей. Прощание навсегда. Болезнь развивается именно так, как мы боялись. Ее кожа окаменела, и она больше не чувствует конечностей. Кто сейчас нам костер нужен?
все манипель. Подъемники всякие. Птички поют. Тайники тут. И дождик моросит. Свежо так хорошо. Давай сначала смотримся здесь. Каждый уголок поганки. Что, поганка тоже что ли? А, в дупле. Золотое ожерелье с множеством деталей. Кто бы ни был автор, эта вещь не уступает находкам из Империи. Ага. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Так, а если мы сейчас вспомним, то сможем туда вылезти? Ай. Знаешь, что у нас? Перережь. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. С другой. Сначала сюда на вылезти. Или, стоп. Или там что-то было. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ну, этот груз. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Да все, успокойся ты. Ладно. Довольно? Да, что нам это даст? Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Откуда там зацепили? Так, ладно, это подождет. Сначала он тут все смотрит, наверное. Ты медленно толкаешь-то. Ну, толкай дальше. Все? Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Отсюда мы пробьем. Так, ладно, начинаем с этой платформы. Так, а здесь вот вроде можно. Странно, здесь можно... А, нет, там палка мешает. Доска, точнее. Тут бочки мешают. Так, сможешь поднять? Не хватает селёдок. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Что, серьёзно, выкатить нельзя дальше? Да, там доска лежит. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ты что, будешь теперь постоянно... Вот эта доска... Так, не выкатить нам ее, да? Она же поворачивается. Так, ладно. Сейчас все залезем. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ну, эта платформа поднимется, потом нам перепрыгнуть надо будет туда. Вот тут, туда. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Сначала надо только поднять груз, который тут мешает. Бочки эти. Так, я прострелю же. Конечно. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. А больше нету здесь телек.
Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Так, гнездо наверху. Так, ну-ка, как бы нам... Эх ты, не тянется. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ну, плюс. Сама. Ты, ну как тут тележку-то, блин? Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ни в какую, блин, не хотит. Похоже, нужно соединить тот груз, да, с платформой. Да, отмись ты немного. Вот это вот дело бы обрушить. Сейчас дыру было бы. Но это дело не обрушится. Детонает. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Может, с этим не будем что-то сделать. Вот спи. Что, не поднимется? Блин, мышек поднялась бы. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Так, вот это можно здесь зацепить. А, ну да, это должен здесь потом поднять-то. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Так, вот здесь остальное здесь. Слушай, я потом подниматься же буду. Или можешь пока отцепить их? Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Грыбаная телега. Нет, все равно никакого эффекта. Там рычаг. Спрятали, блин. Не заметил. Все прекрасно сохранилось. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Упало. Ну, рычаг-то мы замыкали. Так, ну ладно, мы бы там зацепили бы. А, там что-то есть, да? Ну, так. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ну, например, да. И она тоже поднимется, значит, когда вода будет наполняться там. Так, чтобы вода не мозолила. Ладно, здесь вот понятно, давайте. Пробуем. Прыгай, напрыгай вниз. А вот что ты тележка делать? Она просто так здесь стоит. Похоже, нужно соединить только с платформой. Ну, я думаю, тележку сегодня подкатим. Съездим. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Ну да, поднимайся, бегом. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Она опускается. Похоже, нужно соединить тот. Так, ну она понятно, она опускается, тогда можно зацепить. Все ясно. Здесь зацепить можно.
Потому что здесь она достанется. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Да заткнись ты. Пробуем. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Блин, Варен, кого ты делаешь? Упала. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Давай еще раз скажи. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Блин, они так просто... Да ну нахер. Гребаная телега. Похоже, нужно соединить тот груз с платформой. Да понятно, что нужно, просто надо успеть. Или... Ну, сейчас мы это сделаем, а зацепим ее наоборот. А, походу, да, точно, наоборот надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Да ты кого сигаешь? Нужно соединить тот груз. Дурында. Там, блин. Пол шага это было, блин. Ну, ладно, спит. Да зацепил ты ее! Хо-хо-хо. Жесть. Ладно, начинает в тягача играть. Блин, быстрее. Да нет. Думаю, выдержит. Надо лишь найти путь наверх. Иди. Так, и дальше сюда. Ползем туда. Ну-ну-ну-ну-ну. Здесь в изоляции мы бессильны. Глушь. Мы обладаем медицинскими знаниями империи. С нами тысячелетия опыта, мы можем вылечить любой недуг. Шикарно. Так, здесь потом спуститься можно будет. А ну все, что ли? Карта. Грибочки и святой источник знаний. Старая рукопись. Похоже, какой-то трактат о связи тела и разума. Быстрое лечение. Я уже такой навык поставил. Давайте посмотрим, где здесь что у нас лежит. А, тут я уже все собрал. Так, это не храм, это были склепы, которые там видели на горе. Где реликвия? Выбираемся отсюда.
Так, рюкзак, что там есть у нас? Экипировка. Маранец. Отлично. Перемещаемся. Так, решил я переместиться на советскую базу. Давайте с вами закупимся там. Посмотрим, что мы сможем купить. Эй, да, с возвращением. Да. Больше золота, больше снаряжения. Так, 175 монет, офигеть. Постарайся не светиться, ладно? Костюмы диверсанта. Зачем он нужен? Так, лазерный прицел нам тоже не нужен. Гранатомет 120, да вы угораете, у нас всего 51 монетка. Конечно, да. Вот зажим можно приобрести. Глушитель нужен. 140 монет. Да, блин, ты барыга еще тот. А пропишем ему лещам, он сразу нам все отдаст. Так, ну костюм, конечно, нафиг не надо. Прицел нам тоже не нужен. Я хотел гранатомет купить. Нихера, 120 монет он стоит. Ты, ну, купи гранатомет. Ну ладно, тогда. Зажим взять хоть. Так-то вечно нормально, можно перемещаться быстро. По веревкам, по этим. Ну какой. Так, удерживайся, ага. Ну, барыга, живи. Баб моя воля прописал вот тебе тут. Так, что у нас тут на базе есть еще? Хер с припасами. Доступное задание тут есть. А какое у нас тут задание есть? Может, это еще одно дополнительное задание? То есть я DLC. Также нам было все доступно одно. Кроме баба Яги. Даже не одно, а несколько должно быть. Вау, высоковато. Ну мне проще спуститься здесь. Вара же разобьется. Тихо. Хотя тут невысоко. Ну, так, нормально. Так, эти ворота ты не откроешь. Сейчас, так, ради интереса посмотрим, что задание. Если это тоже дополнение будет, то возьмем его. Крышам. Так, где оно? Блин, оно где, внизу или? Ну да, внизу. Так, это вышка. Тихо. Романтика хромает, но, по-моему, речь о каком-то тайнике. Так, ну-ка. Тайник с монетами где-то рядышком есть. Ага. Ну, почти рядышком, ладно. Мы давали там нормально монету, дыр там, блин, с горки. Ты вернулась. Местная. Это кстати. Привет. Привет.
Красные бежали отсюда в спешке. В долине осталось много всякого хлама. Он может пригодиться. И все? Олени сбиваются вместе под деревьями во время дождя. Удачное время для охоты, если не боишься вымокнуть. Используй завесы во время охоты. Их можно найти по всей долине. Я готова помочь. Что нужно делать? Первым делом нужно узнать, сколько возможно, о захватчиках. Нужна любая информация. Отправляйся в старую тюрьму. Врать не буду, там опасно. Но информация того стоит. Так ты поможешь? Разведка тюремного лагеря. Винтовочный глушитель. Ну, почему бы и нет? Отправлюсь, как только смогу. Буду ждать здесь. И спасибо. Да, пожалуйста. Карту взял, чтобы посмотреть. Вернусь сюда к нему. Заначки не давались у вас. Это из грибочки. Что он показывает на минуту опять? Ладно. С возвращением. Что ты узнала? Пока еще ничего, но я продолжу поиски. Тюремный лагерь. Так, вон там долина. А вон там что ли? Сирия тут. Так, тут у нас вершина горы, Сибирская глушь, ледяные пещеры, долина греха, советская база, заброшенные шахты. Что-то в упор не вижу. Странно. А вон он где. Разведка тюремного. Ага. Ну, кстати, в тюрьме там тоже много звоночек-то пропустил. Даже нам нельзя было взламывать, открывать там и так далее. Так, это все дело можно сделать. Так, где у нас тюряга находится, с какой стороны? Ну, маячок где-то мой. Так, мы пойдем сюда, начнем вернуться назад к нашему хижинке. Там можно перебраться. Чё? Хижина с припасами наверху находится? А, ну да, мы же спрыгнули уже, я слез. Ладно, поднимемся. Холодноватенько. А ты у нас почти глушу бегаешь. Девочка. Так. Водопад замерз аж. Вот минусовая температура. А монета тут поблизости не будет, а есть там будет. Заберем.
начнем. Так, идем по краю. И найдем там где-то монетки. Снаряда же отсутствует какая-то. Так, это здесь даже будет монеты наши. Маленькая. Вы наверху, да? Ну, ради них-то я залезу туда. Монетки. Блин, спрятались тут. А, походу, вот она-то избушка-то. А, нет, это с припасами избушка. Я немножко перепутал с другой. Где-то можно вынести. Где-то здесь. Нет, не здесь. Так, ладно, где у нас тут можно перебраться. Где-то там с краю. А, с вышки. Комплекс. Каната-то нету тут. Да, мы на месте. Как нам дело там зацепить? Так, на вышке ничего нету. Странно, блин. Может, я не вижу. Ну, куда-то же можно присобачить. Костер там есть? Есть. Ладно, друзья, давайте здесь-то остановимся. Я потом переберусь там. Если там будет что-то интересное, то начнем оттуда серию. Если нет, то начнем уже с подготовки с войны. Потому что сейчас париться, искать, ваше время, чтобы не тратить. Ладно, друзья, подписывайтесь на наш канал Pro Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.